Максим Подлесный, игрок сборной МФТИ. Ваше мнение о матче? Ну, начали мы хорошо. Получалось все. Вверх выигрывали. Навязали им свой футбол. Играли вертикальный футбол. Соперники были недовольны своей игрой. Пытались мяч опустить, но мы им не давали. Ой, в начале второго тайма нам не повезло. Мы очень плохо сыграли в двух эпизодах. Не выиграли подбор. Получили две опасные контратаки, которые вылились в штрафной. Капитан соперников, конечно, положил два шикарных мяча со штрафного. Прям паутинку снял с девятки. Но мы не раскисли, отыгрались, пошли большими силами вперед. Но в конце уже сил не хватило и получили третий с контратаки. Что соперники можете сказать? Насколько я знаю, в прошлом году вы их выиграли. Ну, состав у них молодой. Всем парням в среднем лет по 19. Виден их прогресс. Играют они хороший комбинационный футбол. Собственно, соперникам удачи хочу пожелать. Спасибо, удачи тебе.